Всем привет, дорогие друзья, с вами Георгий Стрекс, и мы продолжаем играть в The Long Dark. Так, у нас еще остался час ночного времени, ну точнее 2 часа там, да? Там идет час, потом менее часа, в общем. Давайте смотрим, сколько у нас тут что высушилось. Пока что у нас не готово, да? 94, вот это только шкура нам хорошо идет. И волк немножечко наполовину, да? Хорошо, что бы нам заняться? Чем бы нам заняться? Ночь надо скоротать. Скоротечно ночь. Давайте фонарь, наверное, починим, я не знаю. У нас один фонарь есть, а второй починим. Почему бы нет? Давай, ремонт. Ремонт. Почему нельзя ремонтировать? Необходимы инструменты. Да у меня есть инструменты, что ты? Не веришь? Где-то тут. Где-то тут были инструменты, и вот они. Заодно посмотрим, как расходуются инструменты. Я думаю, зависит от процентов. То есть, если 10% восстанавливаешь, 10% инструментов сейчас, по идее, 70% инструментов должны как-то зафейлиться. Ну, я так думаю. Чини. Давай. Оп. 50, 60. А было 30, да? Неплохо. Что еще надо? Опять? Так. Ну. Нормально. В принципе, пусть. Так, подожди. Я его хотел положить. Ой. Кишки ты оставь. Кишки оставь на место. Снарядить фонарь. Зажечь фонарь. Этот фонарь у нас на столе. Кишки берем. Кишки стояли на столе. Так, все. Что нам еще? А можно я могу кишки вот так вот взять и вот сюда положить? Вот, давайте сюда. А то что-то как-то неприлично немножко. Я буду зато знать, что вот здесь вот у нас лежат кишки. Немножко как-то за стенку уходит, но тем не менее. У нас будет тут шкаф с кишками. Давайте порядок наводить. У нас вторая серия порядка. У нас генеральная уборка в квартире. В доме в нашем. А почему бы нет? Я лично хочу, чтобы у меня в доме был порядок. Во, зато я сюда зашел и сразу знаю. Так, кишки есть? Кишки сушатся. Зато я знаю, что здесь кишки. Так, а куда бы нам шкуру бы деть? Может быть вот сюда? Якобы половичок. Я не знаю, можно сюда вот положить. А давайте прямо здесь. Кстати, крутить могу как-то, нет? Перемещать. Вот здесь вот у нас будет все в шкурах. Чтобы все было очень красиво, все будет у нас в шкурах. Зато я буду знать, что здесь вот я наловил волков, тут наубивал. Здесь у нас все в шкурах, так прям мягенько, хорошо, симпатично. Зато у нас ничего не мешает. Смотри, как заходишь, все культурно. Я бы даже скриншотик сделал. F12, по-моему, да? Да, все правильно. Стимовская версия. F12. Так, что мы дальше будем делать? Кстати, фонарик уже мигает. У нас, в принципе, день, что нам же еще же фонарь. Давай убираем его. Тушим. Ставим. Это у нас домашний фонарь. Так, я бы часок отдохнул, чтобы у нас чекпоинт сработал, чтобы мы сохранились. И мы пойдем с вами... куда-нибудь, наверное, я вверх, откуда пришли. Только мы шли по левой стороне карты, а сейчас пойдем по правой стороне, чтобы нам как-нибудь найти что-нибудь, что мы еще не видели на этой локации. Поэтому давайте сейчас, что мы с вами сделаем. Мы сейчас берем в холодильнике все, что нам необходимо для похода. Я думаю, что это будет какая-нибудь жратва. Кстати, смотрите, как 0.13 это немного весит. А, здесь, скорее всего, от веса еще зависит, сколько я раз это могу поесть, скорее всего. Вот килограмм большая все-таки, да, вырезка такая. Достаточно. Я могу, может быть, не за один раз сожру. Поэтому я думаю, что это тоже важно. Я думаю, что это зависит от этого. Так, давайте распределимся. Давайте, наверное, вот это... Хотя, не знаю, будем мы охотиться, не будем. Все это положу. Вот это испортилось, выкину сейчас по дороге где-нибудь.
Так, что у нас? Давайте медикаменты выкинем сюда. Так, и в принципе все, больше я ничего не хочу выкидывать. Возьму с собой арахис, он сытный. И возьму с собой кильку, она мало весит и в принципе тоже сытный, и голод, и жажду восстанавливает. Так, что еще мы с вами возьмем? Чтобы еще такого взять? Хотя, я думаю, больше там особо жрать-то что у нас? Что у нас по еде? Это есть, вода есть. Чай есть, две кружки. В принципе, если что, найдем. Но я думаю, мы не сдохнем, если что. Так, погнали. Погнали, погнали. Только возьмем флайрок. На всякий случай. Ну что, все хорошо? Сухость во рту, давай попьем. Попьем перед походом. Есть пока что не будем. Пойдем натощак. На голодный желудок человек больше думает, лучше мозг работает. Так что мы пойдем с вами. Тем более, погода хорошая. Так, кстати, да, знаете, что я хотел проверить? Вроде волка нет. Вот это у нас что за ветка? А ветка не показывает, какая ветка. Нам нужна ветка клена или там березы. Давайте посмотрим, можно ли оторвать ветку от дерева. Я вот хочу проверить. Волк идет, да? Или, а, это там почтовый ящик. Так, вот так, конечно, трудно ходить. Возможно, есть вариант ногу сломать. Здесь можно как-то скатиться. Давайте посмотрим, может быть, здесь есть какие-то торчащие ветки, которые можно оторвать. Я вот это еще дело не проверял в этой игре. Так, и, по-моему, я вот сюда не поднимался. Я шел вон там, а вот здесь я не поднимался. Так, что у нас за знак здесь? Типа, не ходи, ну я пойду. Самое главное, ребят, так, там тоже какой-то знак лесопилки или что-то в этом роде. Здесь вот волки иногда и медведи гуляют, и я боюсь немножко. Так, у нас, да, там лесопилка, мол, туда. Я пойду. Давайте проверять ветки. Потому что нам какую-то надо ветку сломать, какого-то березы какой-то. Поэтому я сейчас березу найду, посмотрю, и может там ветки или мох какой-нибудь найдем. Так, вот здесь вот нету никаких веток. Я вот не вижу. Блин, так стрёмно. Немножечко стремновато. Немножечко стремновато. Ну ладно, мы идем, у нас хорошая погода. Одну полоску минуса я вообще совершенно не боюсь. Если что, я помню, что мы по дороге вышли. Погода хорошая, я имею в виду в плане видимости, да? Потому что в прошлую серию у нас был такой, такая вьюга и вообще метель, что ни хера вообще ничего не увидишь. Ребята, ребята, там кто-то что-то сопел. А ну-ка. А ну-ка. В засаде. Учует, нет? Там кто-то шел. Там кто-то прям такой шаркал, шаркал. И причем шаркал медленно, такое ощущение, что медведь. Хотя я выкинул там такую тушу дебильную помоечную, что ее даже и медведь, и не волк даже голодный жрать не будет. Так, вот отсюда видно хорошо. Давайте посмотрим, что там. Мне написали в комментариях, что если я целюсь в волка, он на меня сразу бежит. И чтобы его поймать, надо тушу скинуть и потом ждать, сидеть. О-о-о, все понятно. Там волки. Ребята, там волки. Все, мы туда не пойдем. Вернее, я бы пошел, но я не хочу. Давайте пойдем лучше туда. Нам все равно надо чем-то заниматься, как-то выживать. А вон еще один волчара идет. Волчара, сучара. Даже два, по-моему. Ну-ка. Одного вижу. Нет, это один. Так, если что, будем флайером отпугиваться. Я чуть не хочу патрон тратить. У нас всего 4 штуки, я хочу медведя еще завалить. Давайте палочку возьмем. Смотрите, нам надо... У нас сейчас задача какая? Нам сейчас надо сделать лук.
Да, и сделать там еще какую-то приманку или что-то в этом роде. И нам надо обязательно... Капкан я хотел сделать. Нам нужны обязательно ветки какой-то березы там или клена, там что-то такое высушенное причем. Значит, есть мокрая ветка. Нам надо сначала ветку сорвать эту. Найти, сломать, сорвать. Подобрать, не знаю. Палка, это не то. Палки я уже знаю, это что за ветка. Разломать, больше ничего тут не похоже. Так, а что, может быть из-за того, что... Нет, только рубить топором. Нет, это не то. Может быть, это большое дерево. Может, там другое дерево надо найти. Пока что все хорошо. Мне пока все устраивает, я иду спокойно. Волки там за спиной, а я иду сюда, к рыбакам. Может, рыбу половить? Хотя у меня удочка с собой есть, я не помню. Давай посмотрим. По-моему, была. Вот она, удочка есть, да, 30%. Хорошо. Кстати, у нас в этом доме, вот здесь вот, где бренч, как там называется, бревна там что-то такое, с бревнами связано. Дом. Самый первый, который мы с вами нашли на этой локации, да, там у нас и инструменты, еще много всякой тряпок, может быть, заберем сейчас и обратно пойдем. Посмотрим, в общем. Наша задача найти ветки. И где вот их искать, интересно. Вот я вижу деревья, но они все одинаковые какие-то. И веток тут явно не торчат внизу. Они какие-то очень высокие, я до них не дотянусь. Возможно, надо какие-то более маленькие веточки найти. Более маленькие деревья. Может быть, они на островах на каких-то? Давай пройдемся. Так, давайте, наверное, сожрем что-нибудь вот. Сожрем кильку. Она и питье, и еду восстанавливает. Я буду есть кильку. Иду по льду и ем кильку. Кильку в томате. Я бы сейчас сам бы съел. Ну, а так, в принципе, тепло, мы спокойно передвигаемся. Домики мы эти все, по-моему, с вами залутали. Хотя нет, вру, не все. Какие-то мы с вами их не лутали. Они достаточно далеко друг от друга находятся. Здесь где-то есть остров. То ли кролика, то ли еще... А, вот смотри, олень. Олень, да? Вон он, голову склонил. Давай за ним подберемся, посмотрим, на какой он территории нас видит. Смотри, вот сейчас не видит, да? Допустим, я иду с ружьем. Допустим, я хочу его застрелить. А он на нас смотрит, ты смотри. Он хитрый. Он не глупый. Он птичка какая-то сидит, кстати. А, смотри, если я птичку застрелю, с него перья, да, будут? Я, кстати, до этого птички не видел-то особо. Или это труба от печки? А, это труба от печки. Я что-то глюканул. Кстати, здесь птиц, по-моему, вообще нет. Смотри, он жопой, жопой идет, вообще не видит. А, нет. Ну, достаточно близко я к нему подошел. Я просто его уже спугнул тем, что я бы близко подошел. Так, а вот здесь я, походу, ничего не лутал. Так, смотрим, волк есть? А, вон волк вон там ходит. Кстати, волки тут спокойно питаются. Раз, два, три, четыре волка, ребята. Раз, два, три, четыре волка. Они там охотятся на этого оленя. Неужели сейчас загрызут? Ты посмотри, четыре волчары. Охереть, там их разбрелось. Кстати, я вот этот домик еще не лутал. О, патроны, 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 ребята. Вот это очень круто. Патроны это прям вообще, потому что патроны нам нужны. Что-что, а патроны это дефицит в этой игре. Поэтому патроны мы сразу забираем с вами. Так, ну они вроде... О, смотри! Завалили оленя и жрет. Жрет сидит, блядь, оленя, сука. Как же круто в этой игре все сделано. Ты посмотри, олень только что был живой. Он его загрыз и жрет. Там еще три волка, и вон еще один вот туда убежал. Раз, два, три, четыре, пять волков. Охренеть, целая стая охотится. Жрет оленя. Жрет мясо. Нам, в принципе, мясо насрать, нам самое главное от оленя шкуру забрать. Шкуру забрать. Блин, а я хотел вон туда пройтись, да? Вон там домик есть. Там домик, и там как-то кролики, по-моему, водятся. В этом домике. Блин, ладно, я сейчас вон той дорожкой пройду. Блин, сколько ж тут волков-то, а? Здесь везде одни волки-то. Давайте скриншотик сделаем. Здесь так красиво. Отлично. Так, я хотел, знаете, что посмотреть? Это опасно достаточно, там волк бродит, а я тут просто смотрю. Волк бродит, а я смотрю. А я смотрю, знаете, на что? Патроны, сколько у нас патронов?
Действие. Давай еще зарядим. Отлично, у нас 9 патрошек. Девять патронов — это уже хотя бы что-то, потому что 4 патрона — это вообще мало. Так, все, уходим. Уходим, уходим, уходим. Волк там, они, в принципе, все там. Так что мы сейчас вот этой стороной как-то их обойдем. Я вон туда, в домике, пройдусь. Кстати, вон там дом наш как раз виднеется. Ну, не наш дом. Тут все, в принципе, наше, потому что тут больше, кроме нас, вообще никого нет. Поэтому пройдемся. Блин, он туда идет, вот сука. Нам надо пройтись и в том домике там что-то залутать, посмотреть. И вообще, в принципе, я в эту сторону не ходил. Бункера, насколько я знаю, на этой локации нет. Поэтому нам, в принципе, его искать и незачем. А так еще там домики всякие посмотреть, в принципе, можно. Ну, в том домике что-то есть. Потому что мы там что-то оставляли. Давайте все-таки поднимемся на дорожку. Так, что у нас там по показателям-то? Легкий голод. Жажды нет. Давайте чайку попьем. Или вот это выпьем. Давайте. Газировочки. Газировочка хорошо восстанавливает. Заодно килограммчики скинем. Волка нет? Да вроде нет. А мы с вами вон оттуда, да, поднялись? Сверху. Но мы не ходили по прямой. То есть мы поднялись сверху и как-то с правой стороны. То есть мы шли с левой стороны, да? Мы шли отсюда. Вот так вот мы спустились. А мы еще вон туда не ходили. То есть это, наверное, единственное место, где мы не были, в принципе, вообще. Пока день есть, да, 10 часов, можно спокойно прогуляться. Пока позволяет погода, давайте прогуляемся. Нам самое главное — волки. Вот здесь мы отсюда спустились, да, с вами. Мы спустились, и здесь вот так вот сразу домик нашли. А вот здесь мы даже и не ходили, поэтому пойдемте сюда. Я вот здесь еще не был, мне интересно. Вон там опять домик рыбака. А значит, там может быть что-нибудь еще полезное. Ну, по крайней мере, мы патроны нашли, ребята. Патроны — это круто. Мы не зря пошли. Не зря пошли. Мы нашли патроны. Что такое? Что за фриз? Только игра, не вылетай. Пожалуйста, не вылетай, игра. Я уж прямо это испугался. Первый фриз, ребят. За эту игру первый фриз. Так, а что там наверху? Ничего нету. По дороге. Но я знаю, что здесь тоже можно подняться. Буду знать. А я вот по дорожке иду. Или подождите, или я по дорожке шел, я уже не помню. Ну вот я вижу еще две этих, а вот смотрите, какая-то прям гора какая-то, прям скала выросшая. Может, здесь что-нибудь есть? Может, можно забраться? Там дерево какое-то, может, там береза стоит, нет? А ну-ка. Может, там та самая береза, которую надо сломать? Не, здесь явно никак не забраться. Зуб. Найдено новое местоположение. А что за зуб? Чей зуб? А я могу? Нет, я же прыгать не умею. Блин, волки там ходят вообще, оленев раздирают. Впереди волк, да? Вон там. Или это просто камень какой-то? Так, и вон туда тоже можно пройти, да? Что-то там завалено, что-то как-то стрёмная погода. Чё, погода нормальная, в принципе. Погода, в принципе, норм. Давайте еще попьем. А, нет, это есть. Есть, нет, давайте пьем. Хотя нет, давайте арахис поедим. О, арахис, смотри, как все. Три полосочки. Да ты смотри. Вот это. Ты смотри, на ходу погода ухудшилась. Прям вот только что было все хорошо. А тут метель прям. Метель в харю, прям можно сказать. Смотри, как интересно. Вот сейчас холодно, а вот здесь за эту самую встал за дерево. И мне тепло, и я восстанавливаюсь. Можно так стоять от ветра, главное. Самое главное — от ветра. В принципе, получается тепло, но ветер холодный.
Просто синоптик, блядь. Так, здесь у нас обычно, как всегда, аккумулятор, который нельзя забрать. Кстати, пока мы сидим в машине, мы спокойно себе восстанавливаем все. Спички, шоколадки. Здесь что у нас? Ну, здесь, по-моему, вообще никогда ничего не бывает. Да, мы спокойно восстанавливаемся. Машина, в принципе, это средство, чтобы спастись от волка. Ты его видишь, потому что... Кстати, есть ачивка, по-моему, всю ночь просидеть где-то вне зоны укрытия, то есть вообще без домика, проходить всю ночь. Дадут ачивку. Мы еще с вами это не выполняли, но я думаю, как-нибудь обязательно. Нож. Да нож заберу, почему бы нет? Ножа у нас, в принципе... Нож нужен, потому что нож расходуется, когда мы кого-нибудь разделываем или... Так, а почему я так медленно стал идти? У нас все вроде как хорошо. Легкая усталость у нас. А что это за предмет такой валяется? То ли камень, то ли это труп волка. А, это труп мужика. Все, я вижу. Это труп мужика. Замерз, бедолага. Так, ну сюда я еще не ходил. Сюда я не ходил, я не знаю. О, перо ворон, давайте подбирать. Смотри, как интересно. Я вот нашел перо ворона. Нам надо много перо ворона. Потому что стрелы делаются из перьев. Так, мужик, у тебя что есть? Возьму, возьму. Все, ну и на этом спасибо, мужик. Так, мы стали замерзать. Я думаю, что будет уместно зайти в этот домик. Погода крутая. Блин, как же я люблю эту игру. В эту игру можно бесконечно играть. Смотри, на три полоски прям вообще. Метет. Метет, заметает. Блин, а я тут тоже мерзну. Я тут мерзну, ребят. Тут заметает, и я мерзну. Это плохо. Так, я тут все уже залутался. Печка-буржуйка, не спасает ты меня. На три полосочки идем. Так, я вот там что-то вижу. Что-то виднеется. Какое-то здание. Дом, дом, большой дом, огромный дом. А, это, по-моему, мы до стоянки рыбаков дошли, да? По-моему, это стоянка рыбаков. Здесь, кстати, волки бегали. Да, здесь волки бегали. Ну, я, по крайней мере, спрячусь от ветра. И здесь, в принципе, можно заночевать. О, кстати, куртка есть. Здесь есть куртка, здесь много чего есть. Можно даже ящик разломать. В принципе, все очень даже круто. Нам прохладно, но мы сейчас что-нибудь с вами сделаем. И мы спокойно осмотрены. Но почему-то я там что-то не взял. Шапка какая-то, да? Окей. Значит так, чтобы нам согреться... Надо что-нибудь сожрать. Надо попить водички. Ты смотри, как она ёбит, а? Так, сколько у нас еще? Непонятно, сколько часов. Давайте часок поспим. Заодно отдохнем и, может быть, погода улучшится. Я надеюсь. Хотя не факт. Но возвращаться по такой погоде, это прям вообще не очень. И погода ни хера не улучшилась. Но показатели у нас в норме. Так, давай выходим на улицу. Ох, метель метет, прям в глаза. Но на одну полоску. В принципе, на одну полоску это норм. Стремно как-то тут все. Так, я еще вот сюда не ходил. Я даже не знаю, есть ли тут что-то вообще, в принципе. Но я иду, в неизвестность иду. Я иду посмотреть. Не самый лучший вариант, потому что если даже что-то и будет какой-то домик, я в такую метель просто не увижу это. Но я надеюсь, в такую метель волки все попрятались. Две полоски опять. Блин, холодно.
Очень-очень холодно. Дорога, я думаю, что обратно, наверное, в ущелье ведет вот это. Хотя хер его знает, может и нет. Давай вот сюда зарубимся. Три полоски, ты смотри, как холодно. Три полоски, давай вот здесь пойдем. А вот здесь одна полоска. Вот здесь можно идти спокойно. Может, пещера какая-нибудь есть? Пещера была бы тоже, в принципе, неплохо. Две полоски. Главное, на медведя или на волка не нарваться. Вот это будет, да. Это что такое? Это ветка, это не то. Блин, три полоски, ребят, очень холодно. Можно, в принципе, вот здесь спрятаться. Нет, здесь две полоски, тоже холодно. Что-то как-то вообще не очень. Не, ну я, конечно, смогу убежать. Добежать до домика какого-нибудь. И что с деревом произошло? Ух ты ж, смотри, я таких деревьев еще не видел. Можно спрятаться от кого-нибудь. О, это что такое, мох? Свежий мох. Забираю. Ты смотри, я нашел свежий мох. Да подожди, а вот это не ветка березы? Какая-то огромная ветка. Кедровая ветвь. А что даст? А, дрова кедровые. И труд. Круто. Блин, я мерзну. И на морозе мох срываю. Вот это я вообще хардкорщик. Давай. Да, давай еще. Я не знаю, зачем он про дном. Блин, уже мерзну, реально мерзну. Очень-очень продрог просто. Прохладно мне стало. Очень прохладно. Метет, заметает. И я куда-то иду, хер знает куда вообще. Хер знает куда. Ты смотри. Это что такое? Дерево упало. Дерево упало с корой. Я еще такого не видел. Может быть, тут ветки есть? О, а это что такое? Кости какие-то. Не к добру, ребят, кости. Блять, вот здесь хотя бы две полоски. Давай попей, попей его, чай, согрейся. Хотя чай уже остыл. Чай уже остыл. Кости, ребят, а можно кости подобрать? Блять, кости, это страшно. Здесь какой-нибудь медведь, наверное, живет. Черепушка. А что это такое-то вообще? Тут даже ночевать стрёмно, здесь кости какие-то. Блять, да холодно пипец. Холодно пипец, я сейчас подохну. Просто пипец какой-то. Где укрытие-то? Где спасение мое? Где пещера? Давайте сюда зайдем, нет? Здесь спасет? Две полоски. Ой, ты чё банку-то выкинул? Давай костерчик разожгем. Хоть согреемся немножко. Perfect. Да, перфект, я тоже так думаю. Слишком ветрено для поддержания. Ты посмотри, как эта игра делается. Охренеть. Ой, горю. Горю, быстрее всех ныряй. Нихера себе, я себе 25% здоровья снял тем, что на костер наступил. Лечи раны быстрей. Ожоги. Блин, ну я хоть немножко согрелся-то, да? Давай присядем. На карты сядем. Согреемся немножко, две полоски. 3 минуты у нас костер. Ну, хоть что-то. Плюс 3 градуса. Мы греемся немножечко. Может, погода улучшится. Хотя нихера. Блин, вообще атас, а. Вот это попёрся называется. Представляешь, да? Из-за того, что ветрено, ты не можешь вообще подкинуть. Я как бы бензином полил все, зажег, но продержать костер я не смог. Горячая зала.
Чашечка горячего чая. Блин, надо было чай вскипятить. Надо было сделать чай, я бы чайком бы подзарядился. Давайте чай... А, все уже, да? Давайте чай попьем. Травяной. Пьем. Может, Чайковский сейчас нас спасет. Во! Ты посмотри, как Чайковский спас. Нам надо было сейчас просто растопить костер. Все, я теперь знаю, как надо делать. Топишь костер и сразу уже чай готовишь. Сразу же чай готовишь. Чай готовишь и все, и ты спасся. Чай, ты смотри, сколько полоски сразу восстановил, одна чашка. А если две хлебануть, то все, две полоски восстановишь. Три полоски устало, этот самый минус. Ты представляешь, какая холодрыга? Я вообще не вижу ни спасения, не вижу. Просто не вижу спасения. Ни одного домика. Ни одного гребаного домика. Давай ветку возьмем. Пригодится. У нас, в принципе, чай есть. Может, еще растопим. Там кости были. Меня напрягает то, что кости были. Может, тут какой вообще этот зверище? Похоже волка. Похоже медведя. Блять, я опять замерз. И вообще я заблудился, если что, ребят. Я реально не знаю, куда я иду. Вот куда я иду? Наверх куда-то. И я еще и устал. Так, ладно, сейчас на какую-нибудь тропинку вырулим. Разберемся. Я буду потихонечку веточки собирать. На случай, если придется опять костер топить. Мы сразу же чашку чая делаем. Пьем, согреваемся, идем дальше. Пьем, согреваемся, идем дальше. По-моему, погода лучше становится, нет? Как-то музыка заиграла. Я куда-то вышел. Какие-то булыжники. Замерзшая река какая-то. Я вообще не понимаю, где. О, здесь вот нормально, кстати. Здесь прохладно. Просто тупо прохладно. Давайте прохладно, то костер разожгем. Горючего нет. Да хер бы с ним, мы и так с вами. Мы умелые люди. Мы сейчас и так разожгем. Без всякого топлива. Блин, ну надо хоть какое-нибудь укрытие найти. Так дело не пойдет. Так мы с вами замерзнем до ночи. Вообще ночью там помрем. Там кто-то воет. Давай, 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 топи, 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 топи. А надо, знаете что, полностью восстановиться? Так, во, отлично. Костер есть-то? Так. О, да, самое то. Конечно, самое то. Главное, чтобы никакой волчара не подкрался. Давай веточки. О, отлично. Ну все, сейчас мы за час-то мы уж с вами точно согреемся. Смотрите, что мы делаем. Мы сейчас банку персиков сожрем. Заодно согреемся, пока будем греть. Греем сразу же, да? Греем, смотри, согреваемся, пока греем. И чай, чай. Чай это круто. А, для приготовления нужна вода. Ты смотри, какой хитрый, а. Давай воду сделаем. А, у нас была вода, но она вся ушла, да, на чай. Давай вскипятим. Будет питьевая. О, нам ачивку дали. Начинает холодать, называется. Начинает холодать. Не пора ли нам чай попить? Все, у нас полностью все восстановилось и даже не падает. Потому что мы возле костра сидим. И разогреем банку. Да, но метель-то на две полоски.
Я что-то даже не хочу костер покидать. Давайте. Не знаю, что-нибудь сделаем. Чашка. Разогреем чашку. Разогреем чашку. Пойдем с горелой чашкой. С разогретой. А потом выпьем ее, как замерзнем. Разогреть. Ты смотри, как остывает у нас все, да, быстро? То есть толку особо нету. Так, ну что, сколько у нас часов? Непонятно, сколько часов времени осталось. Ладно, пока костер, ты погори там. Если еще, я к тебе вернусь, если вдруг замерзну быстро. Быстро замерзну, я к тебе быстро вернусь. А не замерзну, не быстро не вернусь. Я пойду вперед, я надеюсь, здесь есть какой-нибудь домик или пещера. Хотя, опять же, пещера, как мне спать, если будет холодно? Так, а что, подняться не могу? Так, ну тут явно тупик. Мне кажется, это уже конец карты. Так, вот здесь можно ногу сломать, поэтому надо аккуратно. О, это что такое? Мужик лежит. О, еще какое-то перо, да? Перо это круто, перья нам нужны. Так, мужик, может у тебя чего патроны есть? Вообще не пустой. Смотри, так, а это что такое? Другая локация? Или что это? Я не могу забраться сюда? Блин, печально. Я думаю, я могу забраться. Жалко, 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 очень жалко. Или здесь вся локация такая, вот вообще стрёмный ветер. Представляешь, если вся локация просто стрёмный ветер. И погода стрёмная. Так, мы холодаем, давайте пьем чай горячий. Минус 10 у нас температура, это еще не самое критичное. Бывает и хуже. Так, а здесь наверху ничего не было? Это что за палку берем? Так, ну две полоски это уже лучше. Это лучше, чем три. Нет, давайте вот так спустимся, а то, мне кажется, я там не спущусь уже. Спускаться всегда легче, чем подниматься, поэтому спускаемся. О, во, дерево, дерево, дерево. Береза, нет? Молодая? Ой, блядь! Твою мать, лодыжку вывихнул, ногу сломал. Зелено-кленовое деревце. Вот оно, зелено-кленовое деревце. Давай, руби. Мне нужно как раз вот это деревце. Я не зря пришел. Я какое-то деревце сломал. Так, давай попьем. Калории восстановим и починимся. Полечимся. Это что такое? Нет, это не надо. Вот это давай. Так, палочку возьму. Я надеюсь, за нами волк никакой не идет. Я нашел. Тихо, тихо. Там что-то скрипело, как будто домик. Может, домик какой есть? Я замерз. Я реально охеренно замерз. Давайте здесь спустимся, здесь очень стрёмно как-то. Я больше сюда не буду ходить. Дом? Нет, не дом. А, это дерево, пенёк. А я думал дом. Пеньки. О, дом, дом, дом. Все, нашли дом. Бежим в дом. Грибы. Давай сорвем грибы. Грибы тоже пригодятся. Не знаю для чего. Все, мы нашли спасение. Отлично. Отлично, мы нашли дом. О! Кстати, по-моему, это самый первый дом, который я нашел тогда изначально, когда приходил на эту локацию. Да, здесь был фонарь, который мы уже юзали. Есть металлический контейнер, который почему-то я оставил. Не проюзан. А может и не был тут, я не знаю. Нет, я бы тут залутался бы. Если бы я был, я бы залутался по-любому. Да, да нам плевать, то что там ветер дует. У нас тут тепло. Тепло, есть кровать, самое главное. Есть даже подушка, которую можно сломать. И спальный мешок. Давайте подушку мы с вами разломаем. И знаете, что скрафтим?
Что, подушку не всю сломал, что ли? Сломай всю. Заодно согреемся пока. И я хочу скрафтить вот эту вот херню. Давай делаем. Во! Повязка из старого висящего мха. Классно. Давайте поспим, я немножко устал. Заодно погода может быть улучшится. А может быть и не улучшится, не знаю. Но мы, по крайней мере, спаслись. Это самое главное, что мы выживаем, продолжаем. Мы же ищем новые какие-то изделия в этой игре. И выживаем, выжимаем все из этой карты, все, что можно. Потому что в скором времени мы обязательно пойдем на другую локацию. Потому что здесь будет уже просто скучно, нечего делать. Но мы пойдем с вами, знаете как? Пойдем в другую локацию только когда мы сделаем... сапоги из оленя, шкуру, шубу из волка и там какой-нибудь, там не знаю, спальник из медведя. Тогда мы с вами пойдем в другую локацию. А пока что мы здесь будем тусоваться. В принципе, здесь у нас хорошая стоянка. У нас здесь есть все, что нам необходимо. Кстати, у нас как по здоровью-то? Все хорошо? Здоровье все хорошо. Так что до новых встреч, ребят. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И пока-пока.